Здравствуйте! Это видео в продолжение темы того, как изменить свою жизнь, как изменить свой финансовый уровень, социальный уровень, то есть как выйти на новые уровни жизни. В этом видео я дам простые практические советы того, как менять по чуть-чуть свою жизнь. С одной стороны, по чуть-чуть, а с другой стороны, эти маленькие телодвижения, так сказать, они приведут к громадным изменениям. Прежде всего, изменениям внутри вас. И, как следствие, изменениям в вашем окружении, в вашей жизни. Если вы уже пробовали менять свое финансовое положение, свое мышление на определенном уровне дохода, вы уже столкнулись с тем, что это непросто. Это непросто. В голове, может быть, еще получается представить себя окруженной дорогими вещами или более высоким обществом. Но на практике это вызывает очень много не самых приятных эмоций, чувство дискомфорта, чувство того, что мы этого недостойны, что мы не в своем месте. Когда мы заходим в дорогой магазин, появляется ощущение у большинства, что мы вообще там не имеем права находиться, что на нас странно смотрят, что все понимают, что мы себе не можем позволить, да? Это нормально, это абсолютно естественно. Одно дело помечтать, сидя в своей комнате, другое дело пойти и в реальной жизни столкнуться с тем, что пока не является частью нашей реальности. Я вам дам несколько советов, и если вы их используете, вы сами заметите, как будет меняться ваше самоощущение. Первое. Откройте свой шкаф и посмотрите, возьмите 5 своих платьев, да, или 5 брюк, или 5 юбок. Просто возьмите наугад вот средние, не те, которые вы храните на волшебный сказочный день, и не те, которые вы носите в огороде, а обычные ваши наряды, которые вы одеваете каждый день. 5 штук. Сколько в сумме стоят эти вещи? Ну, предположим, у вас платьишко за $30, платьишко за 70, еще одно за 70, еще одно за 30 и за 100. Да? То есть в сумме у нас получается $300 за 5 вещей. И теперь смотрите, что происходит. Теперь ваша вещь должна стоить не менее $300 в этом случае. И это делается на каждый элемент вашего гардероба, потому что платье это одно, пальто это другое, обувь, сумки это совсем другая тема. Посчитайте, сколько в среднем стоит ваша вещь и умножьте это на 5. То есть без разницы, какая бы сумма ни получилась, это намного меньше, чем я сказала, намного больше, чем я сказала. У каждого своя ситуация на сегодняшний день. Вот сумма вот этих ваших 5 средних нарядов, это та сумма, которую вы сегодня должны тратить на один наряд, да, на одно платье. Если раньше это была сумма всех 5 платьев, то с сегодняшнего дня это цена одного вашего платья. А возьмите себе за правило покупать меньше, но гораздо лучшего качества. И те вещи, в которые вы и правда влюбляетесь. То есть, если вы идете в магазин и выбираете вещь, не покупайте ее до тех пор, пока вы буквально не пищите от восторга, глядя на себя в этой вещи. Это правило я назвала 5 равно 1. Приучайте себя к тому, что вы покупаете вещи теперь в 5 раз дороже их средней обычной для вас стоимости. Для чего это делается? Во-первых, представьте себе, что вы будете одеты в платье, или, не знаю, это будет пальто, это будет что угодно, туфли, которые в 5 раз дороже вашего обычного бюджета. Это изменит ваши ощущения. Сначала вам будет казаться, что вы боитесь это испачкать, помять, но, может быть, даже кто-то попытается повесить это в шкаф, покрыть пленкой, чтобы оно, не дай бог, не запылилось, и смотреть на это как на что-то такое для специального волшебного дня. Не надо так делать. Это должно стать вашим естественным ощущением. Это должно для вас теперь стать очень привычным. Вы одеваете это платье и идете, как будто у вас весь гардероб заполнен именно такими платьями и дороже. Приучайте себя к ощущению того, что вы достойны носить дорогие качественные вещи, те вещи, которые на вас сидят замечательно. Не нужно бояться, что вы их помнете или что-то на них прольете. И, кстати, у большинства будут такие неловкие моменты, скорее всего, случаться. Чем больше мы боимся что-то пролить на себя, тем больше вероятность того, что это произойдет. Поэтому это нормально. Отнесите химчистку. Обычно дорогие вещи нельзя стирать самим. Отнесите химчистку и приучайте себя к тому, что да, теперь это ваш уровень. Пока вы не преодолеете этот барьер, эту планку, да, что это для вас дорого, что
это сопряжено с тем, что теперь эту вещь нужно носить в химчистку. Да, приучайте себя к этому. Для кого-то сегодня это новое ощущение, для кого-то это уже пройденный этап. То есть берите еще выше, покупайте очень дорогие вещи. То есть, что мы делаем? Мы приучаем себя к ощущению того, что это для нас нормально, это наш уровень. Мы начинаем себя чувствовать комфортно в дорогих вещах. И это не должна быть одна вещь. Вы постепенно заменяете весь свой гардероб таким образом. Вы перестаете покупать дешевые вещи и покупаете только те вещи, которые в 5 раз дороже того, что висит у вас сегодня в гардеробе. И наслаждаетесь вот этим ощущением, что вы именно та женщина того уровня, которая может себе это позволить, которая достойна этого. И выбросите то, что совсем не соответствует вашему желаемому образу, вашему желаемому уровню. То есть это штаны с потертым низом, да, когда вы что-то себе там оттоптали, и там уже дырка протерлась, джинсы. Выкидывайте. Это те вещи, которые вы, представляя себя на новом уровне, уже бы не одели. И не надо их хранить на случай, что вы пойдете поздно вечером, когда вас никто не увидит, задними дворами выбрасывать мусор или там в магазин в этом. Поймите, что вы это уже никогда никуда не оденете. Не нужно думать, что вы их можете одеть тогда, когда вас никто не увидит. Вы себя видите, этого достаточно. Если вы не меняете свое ощущение, ничего не выйдет, понимаете? Постепенно заменяйте вещи дома. Примерно по тому же принципу. Поставьте себе задачу, что вы сначала смените, предположим, посуду на кухне. Скорее всего, у вас даже где-то в коробках стоят уже хорошие сервизы, но вы боитесь ими пользоваться. Вам сказали, что это приданное, вот оно хранится от вашей бабушки до вашей мамы, вы уже планируете передать это своей дочери, скорее всего. Доставайте те вещи, которые у вас лежат дома без дела. Хорошие вещи, которые вам будут дарить радость. Если таких вещей нет, поставьте себе целью постепенно заменить кухонный сервиз. Поменяйте сначала чайный набор, да, потом кофейный, потом для главных блюд. Если есть возможность, замените все сразу. И купите то, что для вас немножко некомфортно, потому что это дорого. Может быть, не стоит сразу бежать и тратить на это громадные деньги, покупая золоченый фарфор. Но пойдите и купите вещь, которая на сегодняшний день для вас кажется дорогой. И каждый день, когда вы будете кушать из этого сервиза, да, когда вы будете пить кофе, вы будете к нему прикасаться. Вы будете в буквальном смысле прикасаться к своему новому уровню жизни. Поэтому не скупитесь. Это одна из ступеней к тому, чтобы приучить себя жить богато, жить в комфорте и в роскоши. То есть я вам даю какие-то конкретные советы, вы можете их обыграть, вы можете сделать, конечно же, по-своему. Я вам даю идеи, как это в какой-то момент жизни было у меня. И продолжает, кстати, случаться, потому что это такие ступеньки, это не то, что вы один раз поменяли и все. Тогда вы просто остановитесь на достигнутом уровне. Постепенно всегда повышайте. Замените свое постельное белье. Вместо того, что у вас есть сейчас, купите то, что вам действительно кажется просто шикарно. Может быть, вы всегда мечтали о шелковых простынях. Хватит мечтать. Это реально. Поменяйте свои полотенца. Пусть каждый раз, когда вы принимаете душ, вы вытираетесь полотенцем, которое вас достойно. Еще один замечательный совет – придумать себе ритуал. Когда вы ведете себя в то место, которое для вас на сегодняшний день кажется дорогим, в котором вы на сегодняшний день себя чувствуете не очень комфортно. Очень хорошая практика ходить в такие места одной. Идите в то кафе, в тот ресторан, где вы раньше себя даже не мыслили представить. Зайдите туда хотя бы раз в неделю, раз в месяц, насколько позволят ваши финансы. Может быть, вы его обходили стороной, даже не думая, что вы достойны в него войти. Войдите. Не обязательно заказывать себе полный обед, да? Выпейте чашку кофе, свежий сок. Позвольте себе просто понаходиться в этом месте, ощутить, что вы чувствуете. Вы заметите кучу эмоций, вы увидите, сколько мыслей в вас будет появляться. Обратите внимание, как вы себя чувствуете, общаясь с персоналом. Вам кажется, что на вас косо смотрят, или, может быть, вам кажется, что на вас смотрят, как будто вы по нелепой какой-то случайности оказались в этом месте. Отследите все эти эмоции и поймите, что это все порождено вашим мышлением, вашей головой. Это то, что вы нацепляли по ходу жизни. Мысли о том, что это дорого, это не для вас, вы этого недостойны, вам нужно что-то попроще. И тренируйте себя, каждый раз напоминайте себе, что для вас это нормально. Общайтесь
вежливо и с достоинством с персоналом. Если вы можете себе сегодня позволить только кофе, не нужно объяснять персоналу, что вы только хотите кофе, вы только что пообедали. Не нужно ничего объяснять, потому что богатая женщина, когда приходит в дорогое место, она, если она хочет кофе, она просто возьмет себе кофе. Она никому ничего не обязана объяснять. Ваша цель в этом походе — просто приучить себя чувствовать в таких местах нормально. Нормально, естественно, комфортно. Это не сразу придет. У кого-то быстрее, у кого-то дольше. Но если вы поставите себе такую задачу, у жизни не останется другого варианта, как только дать вам вот такой новый уровень жизни. Предположим, вы любите ходить в театр, или, может быть, вы не особо туда часто ходите, но представляете себе, что женщина вашего уровня, желаемый ваш образ женский, он, предположим, ходит в театры. Перестаньте проходить мимо касс. Подойдите, посмотрите расписание, купите себе билеты. Если вы ходите в театр, купите себе в тот ряд, в который, может быть, вы никогда не покупали. Да, то есть первый ряд. Да, вы не можете это пока позволить себе каждый день, но это ваш уровень, и вы с удовольствием к нему стремитесь. Мы сегодня все находимся на разных уровнях. Если вы сегодня летаете эконом-классом, летайте периодически, хотя бы иногда, бизнес-классом. Если вы сегодня в основном летаете бизнес-классом, периодически пытайтесь летать первым классом. Поймите одно, не имеет значения, где мы сегодня находимся. Нужно постепенно, постепенно, ступенька за ступенькой повышать уровень комфорта в дорогих для нас местах. Если сегодня вам сложно, предположим, позволить себе шелковое белье постельное, не нужно сразу планировать летать первым классом. Скорее всего, для вас это покажется слишком большим разрывом в ваших возможностях. Поэтому выбирайте, как сказать, на грани вашего комфорта, да, на грани. Не думайте, что это ваш конечный уровень. Вы потом повысите планку, потом еще раз. Просто так вам будет более комфортно, так вам будет более понятно, и вы с легкостью поверите в это сами. Еще один такой момент, это, конечно, хорошо менять внешнее все, то есть одежду, да, посуду, какие-то вещи дома, но поймите еще, что человек другого уровня, другого достатка, он по-другому говорит, он использует другие слова, поэтому следите за своей речью, меньше используйте слов-паразитов или каких-то словечек, высказываний, сленга. Если вы хотите подняться не только на финансовом, но и на социальном уровне, то нужно следить за своей речью, что вы говорите, как вы говорите, и развивайте в себе чувство доброжелательности, чувство спокойствия и доброжелательности, доверия к миру, к окружающим. Я, пожалуй, на этом остановлюсь. Это уже достаточно советов, чтобы сделать большой рывок, большой прогресс совершить. Это отчасти то, о чем я говорила в семинаре «Мне можно», и я буду продолжать делать видео на эту тему. Помните, что вы на верном пути, и только меняя себя, меняя свое отношение к себе и ощущения свои, вы таким образом меняете жизнь. И вам не нужно будет перенапрягаться, делать массу лишних телодвижений, усилий. Когда вы будете работать над собой, жизнь вам даст все гораздо быстрее, гораздо легче, чем вы себе только можете представить. Заходите на веб-сайт, там гораздо больше информации. Подписывайтесь на канал и до скорых встреч!